Попробуй других помощников. Хочу их пробовать. Хочу их пробовать. Maybe this one. Артемидочка. Я думаю, нажимаю R, что не работает. Думаю, что за фигня? Так. Минус-минус, плюс-плюс. I'm asking for it. You found me, Artemis. Keep a shot. Так. I'd like to see more options. The hunt is on. Может быть, надо было взять высокую уверенность? Так, ну тут ХП. О, крит был. Крит урон? Тоже пойдет. Тоже пойдет. Все, что... Бомба только нужна. Ну, не знаю. Что будет, то и возьму. Ау. Со спины. Так нечестно. Так, ну Диметру на особую, если что, продам. Что за рывок взять на продажу? Он эпический. А если файлы сохранения удалить, может так прокатить? Блин, я не знаю. Найди, может, местоположение файла, где... На компьютере у тебя находится. Атака. О, минус скорость передвижения, плохо. Ну ладно. Арес. Ну, можно что-нибудь взять у него. Ну, урона маловато. Не, так. О! Ого! Это сильно. Это очень сильно. О, 1400. Дробаш классная тема, я тоже люблю с ним играть. А я, кстати, не люблю наоборот. Я его не понимаю, как им пользоваться. Ой. Больно. Я его не понимаю. ХПшки.
Ого, вы минок наставили. Ой-ой-ой. Вы что, прикалываетесь? Да хрен там, даже физические удаления не помогают. Не знаю, я тебе ничем помочь не могу в этом плане. Так. Артемида или Арес, в принципе, не важно. У Арес атаки помедленнее будут. Огневая поддержка слабовато будет на Гестию. Бросок. Ну, это лучше, чем все остальное. Ого! Куда у вас сердечки, товарищи? Что ты тут делаешь, товарищ? Ты-ты-ты-ты-ты. Зевс. Не, Зевс вообще говно. Подожди. Да, Зевс говно. Зевс вообще не нужен. На Люцифера аспект мне нравится Зевс, но не на этот. Не взорваться бы. Сколько у меня денег? 403. О. Just what I need. О. Я вот не знаю. Кассетная бомба, в принципе, выглядит сильно, но атака с рикошетом на Гестию сильно. Тема наведения. Мне кажется, кассетная бомба лучше выглядит. Попробуем ее. У меня дара никакого нету на особый удар. Ой, я ничего не вижу. Где противник? Да умрите, пожалуйста. Спасибо. Так. А чё взять? Афину, наверное. Я бы вообще рывок продал бы. Афродита сильно на особый удар будет. Очень сильно. У них дуо будет еще. Афину, может, в конце возьмем. Это можно спокойно продавать.
Гермес. Гермес, Гермес. Так, и что мне взять? Что мне вообще нужно от него? Наверное, все-таки это. Это всегда нужно. Просто после рывка. Ау. Ой. Они еще самонаводятся. Ну да. Всегда самонаводились. Где он? Спрятался. Так, атаку качаем. Магазин, Гермес. Я не хочу Гермеса больше брать. Мне не нужен. А у меня и денег не хватает. Ну ладно. Между ХП и Гермесом я выберу Гермес. А, денег не хватает. Вон вазочка, кстати, находится. Так, аккуратненько. Что-то у меня ХП маловато. Бросай ты этот Crazy Go в курсу. Потом как-нибудь будет стримак по курсе. Там тоже страдания у меня. Ведь ты двигаешься быстрее на 40%. Это неплохо. Так. Ой, я настолько быстро стал, просто пипец. Мини-босс. Выжить бы. А, у меня есть эта штука. Ай-яй-яй-яй-яй. Я потерялся опять. На экране столько всего происходит, за стольким надо уследить, что я теряюсь. Так. Особую. Не атаку. Хорошо. Так, ну-ка атаку и особый. Ага. Ага. Чё, месть и скорость. Ну ладно. Теперь из Гермеса нужно урон от скорости передвижения. Было бы сильно. Ой. 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 Что-то опасно. Где? Враг, ты где?
Фух. Что-то жестко. Похилиться надо. У меня деньги есть на отхил-то хоть? А, да, есть. И отхил, и Афродита, кстати. У меня шанс на ду уже есть. Вот начал тебя смотреть и прошел наконец хейт. Теперь курсу прохожу. Тоже третью пещеру пришел. По мне так пло приятней. Чувствуется удар, это оружие классно. Да, согласен. Вот я с тобой полностью согласен. А, игрушка просто похожа на Dark Souls, в принципе. Там всегда приятно доджить, вот это вот все ощущать. Анимация нормальная. Меньше аркадности. А. Много урона лишнего хватает, как обычно. Да крит, где крит? Не-не-не-не-не-не. Да что ты будешь делать? Так. Кстати, 5 бомб не очень. Мне не нравится. Так, теперь Афину хочу. И продать рывок хочу. Не этот рывок, другой рывок. Да, вот этот хочу продать. Мне не нравится вообще. Я пройду сегодня что-нибудь вообще. Я серьезно, вот это пятая катка за сегодня, да? То есть две до стрима, третья на стриме и ни разу не прошел. Но я все время 32 черри поиграю. Умрите, пожалуйста. Урона маловато что-то. Ну взрывайте, давайте. Вот я навожусь на противника. Почему я не попадаю? Вот на джойстике, да, я видел. Очень удобно, прям вот, знаете, на гесте играть. А на мышке вообще неудобно. Умрите, пожалуйста. Курса клевая, но в ней рогалика совсем почти ноль. Ну, маловато, да. Там, понимаете, там в курсе, как сказать, однотипное все. И билдов таких каких-то конкретных нету.
как по мне. Так. О, а это как работает? Я это никогда не брал. Стой, это все меняет. Это все меняет кардинально. Только попасть бы еще... Я вообще... Мне очень сложно попадать первым выстрелом. Не знаю почему. Боже мой. Неужели у меня у одного такая проблема? Выключи автонаведение. Так это разве в автонаведении проблема? А где он? А где автоуправление? Разве в этом проблема? Артемида и Афина. Ой, Афродита. Так, о, это я хочу. Сейчас проверим. Sorry, Artemis. Так, то же самое. Так это то же самое, ну в смысле ничего не поменялось. Значит, я косой. Так. Один рерол только. Давай огневую поддержку. Ты, лучше уже с автонаведением играть. Keep it up. Да хватит. Вот видите, что за прикол? Давайте смотрим. Такое ощущение, что как-то вот ты наводишься на врага, а прицел как будто за врага целится. Я не знаю. Рывок? Тут хорош. Наверное, рывок лучше будет. Давай ульту. Короче, включу я обратно. Ну, типа, она ничего не поменяла. А с автонаведением мне удобнее как-то. Особенно на луках. Привет, Сатурн.
Вот это взрывы. Реально. Поменяло геймплей. В лучшую сторону. Сейчас бы у Гермеса увеличить скорость особой атаки еще. Так. А особой что нету? Я бы прокачал особую. Ну ладно, вот это возьмем. Некстран с Люцифером? Можно, в принципе, если он будет, этот Некстран. То скорее всего нет. Ну блин, надо же каточку какую-нибудь сделать хорошую. Короче, пока я батю не выиграю, стрим не закончится. Я сказал. Так. Что был бы у меня второй? Только через бомбы тащит? Ну, наверное. Я не знаю. О, особо. Ракетница тоже тащит, я бы так сказал. О. Жизнь. Жизнь задерзула. И там жизнь, и здесь жизнь. Везде жизнь. Тихо. Мри, не резай. Еще не все? Уже хватит? Ой. Самокаты выехали. У меня 3 минуты, ребята. Я не успеваю. Это последняя комната? Наверное, да. Аспект второй ракетницы, это да, и через атаку тяжело играть. И неэффективно, да. Я уже заметил. 2-2-8. Понятно? Жизни 2-2-8. Я думаю, по боссу будет проще попадать. Наверное. Да, да. Сколько бы у меня скорости передвижения не было, все равно не убегу. Минотавра. Ну-ка, стой. Давай побазарим. Ну, в упор очень много урона. Когда подходишь и в упор бьешь, стреляешь. Я подставляю сильно. Артемида, давай-ка. Красава, Артемида. Затащила. Стой.
Who taught you such sloppy technique? Стой. Да, я знаю, что ты любишь по центру кататься. Так я похилюсь немножко. Я даже по-стоящему врагу попасть не могу. Что уже тут говорить, когда противник передвигается. Заблокировал взрыв? Ничего. Да хары. Ух, нормально. Урон есть. Жизни все? Неужели? Я дошел со всеми жизнями. Только на бате это может мне не помочь. Наконечник. А на продажу что? У меня рерол есть, хоть есть. Гибель продам, да. Героическую. So close. In the bag. Так, что у нас на продаже? Афина. И тут Афина. Афина, Артемида. Это хорошо. Мне от Артемида крит урон нужен. У меня нету мести Афины. Не особо полезен. Ну почему не особо? Наконечник действует 1.5 секунды дольше же вроде бы. И у него КД 7 секунд. Пока КД будет активна месть. Ну-ка. Не, вот это вот. Он некрасиво поступил, правильно? Что-то... Атака вообще не рабочая. Урона нет. Ну иногда. Иногда прокает. С Гестией нужно пианистом быть, чтобы на клавиатуре нормально играть. Так. Рерол на месть. Способности с отражением также делают врагов беззащитными. Ну, извините, у меня только рывок. Я тереться рывком не собираюсь. Сопротивление от врагов. Ну, в начале каждой схватки получить 25% ульты. Это, ну, такое. Ну, 7% это тоже такое, ну, блин. Мне кажется, больше пользы. Бросок клевый. А не, мне кажется, мне он не нравится. О, крит был красивый. Че по деньгам? 787. Спутника взять? Да. Будет небольшой отхил. Тебе нравится то, что он летит медленно? За ним стоять и защищаться, блин. Понимаешь, мне сейчас не особо до этого, как бы, за ним еще стоять. Так. Мне бы атакой обычной попадать по врагу, понимаешь? А то мне что-то это плохо получается.
Я понял. Нет, только не вы. Ненавижу вас. Ненавижу. Где отхил? Пока крит прокнет, я уже сдохнуть успею. Страх. Подскажите, плиз, чтобы открыть аспект на перчатке, обязательно к быку попадать с ними. Я... Он, понимаешь, когда ты с перчатками приходишь, у него фразы появляются. Ну, он начинает говорить там про перчатки что-то. Я уже не помню текст, но он начинает типа говорить, о, ты с перчатками пришел там туда-сюда. Ну, поэтому я думаю, это обязательно. Так. Думаю, да. Я даже не знаю. Я бы и то взял, но мне денежек не хватает. Неужели... Мне кажется, здесь фонтан. Мне Диметра не нужна, но я бы побыстрее закончил уже. Умри. Спасибо. На пушку с Зевсом? На пушку с Зевсом я, короче, открыл. Моя история открытия, это я в Эребус попал, где был Зевс. С пушкой. И он заговорил со мной. Текстом этим. И все. Ну, я так и думал. Игра читерная. О, морозное касание, кстати. Это сильно. Половину жизни только восстановил. Эх, походу все печально. Чё взять? Я думаю, месть покруче будет. Да, отлично. И на гранате хватает. Ну что, молимся. Я чувствую, что не вытащу. Мне неудобно как-то с этим аспектом играть. Ту-ру-ту-ту, Макдональдс. Ага, Darkness. Да как попасть-то, а? Deathless Regis, I compel you to fight. Кипящая кровь — это плохо. Да боже мой. Батянь.
Неужели нормальный крит вылетел? А чё за урон был только что? А? Чего? Не понял. А как ульта пропала? Я конечно, потом пересмотрю. Я просто сейчас не... У меня фуловая ульта была. И она пропала. Что это было? Хилиться сейчас будет, да? А, да? У меня, оказывается, время заканчивается. А, у меня ульта Артемиды, я туплю. Ё-моё. Я думал, у меня ульта Афины почему-то. Сей боже мой. Умри. А, да, точно, ты же еще и читеришь. В инвиз, конечно же, уйдешь. Походу не вытащу. Почему таймер сейчас это захотел сделать, а? Да я уже забил хер. Да чё такое? Чуть-чуть, блин. Я уже начал просто лезть в пекло, потому что вот реально не успеваю.